Всем привет, дорогие друзья, с вами Lamefoot. Сегодня у нас продолжается Кубок мобильных виферов 2023. Четвертый тур, второй круг. Все против того же самого Александра Королева. В общем-то, даже не знаю, что сказать. В прошлом туре, в третьем, я победил его 2-0. В принципе, достаточно уверенно. Ну, как уверенно. Все равно были атаки от него, но, в принципе, я думаю, что можно уже вставать на тропу побед и выходить в плей-офф, кажется мне. Не знаю, что будет в матче, но я надеюсь на лучшее, конечно же. Сразу же покажу вам таблицу после третьего тура в моей группе. Результаты, конечно же, моей группы на ваших экранах после третьего тура. Вот. И Миша Игнаткин, и Игорь Белоус играют там свой матч тоже в четвертом туре. Я желаю им удачи. Но надеюсь, что они там сыграют ничью. Мне будет лучше это. И, в принципе, им тоже, наверное, не знаю. В общем-то, состав. Состав мой на ваших экранах. Чуть-чуть поменялось. Ривалды, кстати, можно было ставить 2 дня. Сейчас уже нельзя. И, соответственно, я его поставил благополучно. Ну все, в общем-то, томить не буду. Погнали на матч с Саней. Четвертый тур, второй круг. КМЭ 2023. Погнали. Ну что, принял я заявку на матч от Сани. Папа Карло, логотип Реал Мадрида. Выходим на поле. Опять закадровый голос. Но будет... Зато качественно, чем как попало, если бы записывал, было бы не очень. Состав Сани был на ваших экранах. Мой состав, вы уже его видели. И, собственно, Саня разводит с центра поля. Играет Саня дома. Я, к сожалению, в гостях. Ну, так получается, это же второй круг. Я в третьем туре играл дома. И Саня начинает сразу же свою атаку. Подача на разведение была. Рональдини подачу тоже делает. Но тут мы справляемся. И уже пора выходить в свою атаку. Так, Месси сделал передачу на Навана, дал лишь обратно на Месси. Месси бежит, прорывается к воротам. Подача на Ривалдо. Ривалдо, удар и гол. 1-0. Выходим вперед. Не зря Ривалдо поставил. Все стали Ривалдо без моего разрешения. Я тоже поставил, блядь, и чё. Зато забил гол шикарнейший, 1-0. Как бы, да. Потом я уже всем разрешил, но я уже сейчас не разрешаю. Кто успел, тот съел, как говорится. Ну и Саня пытается выйти в свою атаку. Я веду пока в счете 1-0. Рональдини финты, подача. Справляемся. Но тут Клозе забивает на добивании 1-1. Справились с первой подачи, но на добивании тут Клозе оказался, и, к сожалению, 1-1. Это уже не тот матч, который был в третьем туре. Совсем не похоже на него. Тут опять новая атака от меня. Решфорд, передача на Далглиша, Далглиш на Донована, Донован удар и гол. 2-1, 26-я минута встречи, я выхожу вперед. Какие-то качели у нас, то я атакую, то Саня атакует. Сейчас, наверное, опять Саня будет атаковать по-любому. Вот тут штрафный удар был, и опять Саня атакует. Конечно, опять на Рональдини, Рональдини прорывается к воротам. Подачу здесь не получилось у него сделать, и я все контролирую, в общем-то. И надо начать свою атаку. Так, пошла атака. Можно ударить, но Яшин на месте. Надо было как-то сместиться и по-другому ударить, но уже, опа, ошибка. Не получается. 2-1. Концовка первого тайма, и первый тайм, соответственно, заканчивается. Веду в счете после этого первого тайма. И, собственно, надо это все укреплять. Месси атакует во втором тайме. Тут не получилось ударить ни у кого вообще. И, к сожалению, Саня начинает свою атаку. Тут все, защита у меня просто посыпалась. Выход 1-1. И Клозе 2-2. Все посыпалось у меня в защите. Почему-то она все проспала. И как-то прошел этот пас в разрез. Опять новая атака от Сани. Опять защита у меня спит. Опять здесь бежит Клозе. 1-1 выход. Удар. Гол. 3-2. Три ебаных два из-за защиты, которая у меня проспала, блядь, все моменты. Просто два гола защиты у меня просто, можно сказать, проебала. Это просто позор. Так, тут ошибка от Сани. Это уже последняя, наверное, атака моя на 80-й минуте. Месси. Можно ударить, блокируют. Далглиш, удар, но был шанс сравнять, 3-3 сделать, но не получилось. Не получилось, концовку... Матча уже идет, и передача, и все. Судья даже не дал атаку завершить. 2-3, обиднейшее поражение. Можно было закончить и на 2-2, на ничейном результате, но, к сожалению,
Саня все-таки добил меня. Вот такая вот статистика матча. 8 ударов, 3 створ у меня, 51% владения, 85% точность паса. У Сани гораздо меньше все это, но по сравнению со всеми турами, которые я играл, вот с Мишей, с Игорем, да даже вот тур, который был победный, 2-0 против Папа Карл, против Сани, этот матч гораздо увереннее. Я прям атаковал прям очень мощно, прям давил на ворота Сани, но, к сожалению, такой результат. 2-3, обидно, могли закончить на ничьей. 2-2, ну вот так вот получилось. Встретимся в 5-м туре, и в обзоре 4-го тура. Надеюсь, шансы на выход плей-офф у меня еще есть. Всем пока, всем спасибо, с вами был Лэймфуд. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь?